Дорогие друзья, все участники приглашаются на футбольный марш. Барды бүгінгі қатысушыларды футбол таласына шақырмақшыз. Құрматты кесіптештер, бүгін бардыңыздарды бүткіл дүниелік басымыз еркендігі күні менен құттықтайым. Мен аябай қуаныштамын бардығыңыз ұшындай чоң составта ұшыл жерде шоғылып, бүгін бір чоң жолығыш өткөргөн жатабыз. Бүгін финалдық матчқа өлкө башчы Роза Тынбаева келет, андан кийин журналисттер менен болгон кеңири жолугуш өткөрмөкчүбүз. Всем успехов, победит дружба. Общественный канал. Билайн командасынан өкө келиптер. Андамесе достор, дагы бир жолу майраңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өнөктөштөр даяр, Роза Исаковна даяр. Биринчи орун, первое место. Команда 25-й кадр. 25-й кадр. Бүгүнкү турнирдин чемпиондору. Мына достор, колчолор, кичинекей бөбөгүбүз бул команданын башкы тренери экен. Урматтуу футболчулар, калай камк? Все те, кто пришел сегодня на этот матч по мини-футболу. Прежде всего, я хочу поздравить журналистов. Среди вас, среди всех, кто сегодня присутствует на этом матче, самые главные люди, виновники этого торжества, это журналисты. Сегодня Всемирный день свободы печати.
Может быть, мы вот так вот как-то необычно отмечаем этот праздник. В мире этот праздник отмечают в самых разных странах, и он бывает омрачен. Омрачен серьезными какими-то событиями. Мы тоже проходили эти дни. Но согласитесь, мы этот год с вами прошли спокойно. Ни один журналист не выехал из этой республики. Ни один не попал под давление административной машины. Никому не поломали руки, ноги. Никого не заперли в тюрьму. Мы такое проходили. Сегодня свобода печати – это достояние республики. Мы, наверное, очень редкие в этом регионе такая страна, в которой вы утром просыпаетесь, каждый человек в республике, и он знает, что он услышит голос самых дальних уголков страны. Я утром слушаю Азаттык, я хочу сказать всем азаттыковцам. Я утром прихожу на работу, смотрю наши новостные агентства. Где-то под конец дня, несколько раз в неделю, приходят газеты. Редко, признаюсь, смотрю телевидение, но все-таки вот я полагаю, что в Кыргызстане каждый из нас потребляет и видит, знает и оценивает вашу работу. Вы нам очень нужны. Вы те, кто помогает строить эту страну. Вы те, кто консолидирует эту страну. В прошлом году, если мы вышли из конфликта за неполную неделю, он 10-го начался, а 14-го наши старейшины на юге уже призывали к примирению. Наши газеты описывали лучшие примеры, когда люди защищали друг друга. Вы нам помогли поставить как можно быстрее мир, согласие и доверие между людьми.